Защищаем его физически, биоробот, защитным потоком из энергии Абсолюта, берем его в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Андрея поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Андрея и интересуемся, готов ли Андрей к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверят, но он показывает руки и ноги, у него гири там. Хорошо. И, Влад, разрешите гири, этот, руки, все, что связывает, и ноги. И я даю команду, и на счет три это все отправляется силами его намерения в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. И больше ничего не мешает? Пока не вижу больше ничего. Хорошо. И он стоит в сканере, Андрей, и я даю команду, значит, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Андрея, пространство над головой, чипы, датчики, конвекторы. Сила моего намерения притягивается в эту клетку и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Андрея. У него, значит... Давай. Демон. Демон, хорошо. Арахноид. Арахноид. Дальше. Один или два, не пойму, с такими тонкими лапами. У него космические. Кто у него там космические? Грей, рептилоид. Сколько греев? Трое. Три грея, один рептилоид. Хорошо, дальше. Все. Точно ли все? Считай цифры над головой демона. 1, 2, 3. 12 герц. 12 герц. Хорошо, демон. Чего ты здесь находишься, в этом теле? Объясни мне причину. Вот есть какие-то законные основания находиться? Контракт какой-нибудь с Андреем? А зачем мне контракт? Здесь все без контракта. А на какую энергию ты зашел? И как давно? Как долго ты сидишь в его теле? Год сижу. А когда? Покажи, когда ты подключился. Какая-то ситуация была, на какую энергию? Что это было, что тебе так понравилось? Может, ты перешел от кого-то? Дима, я тебе сразу говорю. Ты знаешь, кто мы или нет? Вот скажи честно. Первый раз вижу. Ты серьезно не знаешь нас? Кто должен? Мы те, которые Вельзевула отправили очень далеко. И обычно демоны разбегают еще до сеанса, когда они слышат, кто их будет чистить. Вот я просто удивился, что ты так спокойно стоишь. Ты слышал? Это здесь про многих уже я слышал. Ну. Кто собирался чистить. А, понятно. А ты многих видел с энергией царя Соломона? Ни одного. И в моих руках появляется шарик энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Да, ты крутой, хорошее оружие. И он входит назад, мое биополе, 1, 2, 3. Я поэтому и удивился, что ты так спокойно стоишь, потому что другие демоны очень прекрасно знают, если они остаются в надежде, что я мадам Ляру. Ты же остался, мы тебя вытащили с первого раза, я не видел никаких твоих голограмм. Я видел только твои гири, перевязанные руки и так далее. Я просто удивлен, что ты не ушел заранее, зная, что может случиться. Я же сказал, много разговоров было. Понятно, хорошо. Скажи мне, демон, есть ли лярвы на теле у Андрея? Да. Хорошо, когда мы проведем реверс, после реверса я дам команду все вытащить, когда ты вытащишь все, что у тебя там еще осталось, если что-то осталось, после этого я тебе дам команду вытащить, снять лярвы. Можешь их себе оставить. Все понятно? Понятно. Хорошо, переходим к арахноиду. Арахноид, как долго ты находишься в этом теле? 5. Ты один или вас двое там? 5 лет? Двое. Хорошо. Дети у вас есть? Инкубатор, да, там есть? Там показывает. Хорошо. Мы дадим вам после реверса команду выйти и все забрать. Заберете все, что у вас там осталось. Ничего не оставляйте, потому что мы будем проводить проверку. И я могу вас вытащить назад по ДНК, где бы вы ни находились. Все понятно? Понятно. Хорошо, переходим дальше. Грей, рептилоид. Рептилоид, цифры над головой считай. 1, 2, 3. 380.
380. И три Грея. Один из них робот. Правильно? Грей. Да. Хорошо. Грей, я ценю то, что вы вышли без всяких театров. Уж вы-то точно знаете о нас в своих мирах, правильно? Знаем. Правильно. Я очень тогда злюсь, когда со мной делают всякие спектакли. Вы сделали правильно, поэтому я вас сегодня отпущу с вашим оборудованием. Когда вы все это снимете, и после того, когда вы скажете мне, что вы больше никогда в это тело не придете. Я прошу рептилоида 380-го проконтролировать все, что работу Грея, чтобы они ничего не забыли. Все понятно? Понятно. Хорошо, переходим к процедуре реверса энергии сейчас. Если все пройдут реверс, все пройдут проверку, у меня нет никакого основания кого-то задерживать. Я всех буду отпускать на их чистоту. Но, как говорится, только после проверки. И я даю команду тонкой копии Андрея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкие вибрационные энергии в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Андрею. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Значит, энергии идут. И вот на Андрея, это Греев, да. И рептилоида, подсадки. У него на голове, вот как у водолаза, такая... Шлем. Шлем, да. Вижу. И вот они что-то туда делали, как связано с водой или что-то. Грей, а что вы там делали? Грей, расскажите мне, что вы там делали? Зачем этот шлем? Почему-то какая его... вода всегда идет зло. То есть его жизнь они делали как воду. Одна и та же, однодневная что-то. Вода протекает каждый день одно и то же. Что-то новое у Грея, я такого не видел. Рутина. Энергия рутины дает, да? Серость, да. Монотонность. Да, хорошо. И знаешь, они вот как запускают эту воду, как будто туда, и вот у него как всплеск какой-то идет. Mm-hmm. Вот он как задыхаться начинает. Mm-hmm. И потом опять затихает, и вот эта рутина идет. Кошмар. Всплеск, и потом рутина. Вот такие вещи какие-то они делали. А потом в Ютубе смотришь на разных каналах. Это наши друзья, братья по разуму. Вы братья по разуму для них, в виде обеда на столе. Все забрали. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Андрей забирает. Чистые и светлые божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него взяли, до последней капли возвращает Андрей себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилим потоки в 50 раз. Дают все красное, дают. Демон. Желто-оранжевый. Арахноиды. Фиолетовый идет от Греев, от рептилоида разные. Потоки идут. Синий, голубой, зеленый. Закончили. Хорошо. Так. Тогда я прошу сейчас выйти демона и вытащить все, что он оставил, и доложить мне. Немножко поиграл с его балансом. Он снимает у него как снизу спины, угу. Поясница, вот это место. Как корсет какой-то установил, такое как крепление. Корсет, и он как маятник там у него был. Он раскачивал влево-вправо. Посередине, и вот эти гирьки, которые у него на руках и ногах были. Все на него как балансировал как... влево-вправо. Креативные какие. Что игры, что демон. С маячком приходится... Раскачивается. Все снял.
Хорошо, демон, теперь можешь забрать лярвы. Забирай все, ничего не оставляй. Где он снимает, Вера, посмотри. Ну вот сзади, где у него стояла на пояснице, там лярва. Там, где у него установлены обычные инструменты, там и лярва. Да, еще у него есть лярва. Где? В ногах? На груди нет. Ага. Сердце? Чуть выше сердца. Ну, там холод был. Я ему писал, там холод и шел с сердца. Я думал, это космический, но это... Ну, вот он как задыхается там, вот после этих всплесков, да? Да. И у него оно как садилось туда, как сказать, даже осадок вот какой-то это. Mm-hmm. Это лярва, это какой-то осадок. Понятно. Его личный вот от всех этих переживаний. Ненужных. Ненужных. Абсолютно. Конечно, конечно. Все это мы сегодня уберем. Хорошо, он все забрал, да? Да. Хорошо, я прошу сейчас выйти арахноидов и забрать все, что они оставили в биополе. Андрей, ничего не забывайте. Вера, твои любимые арахноиды. Да, у них они сделали как канал, и они какие-то плоские такие штуки, как ходят оттуда. Хорошо, Грей, я забыл спросить, как долго вы находились в этом теле? 7. 7 лет. Там надо рассинхронизировать. Понятно. Скафандр я еще не видел никогда. Каждый день что-то новое. Не говорят, что это эмоциональный скафандр. Эмоциональный. Хорошо. Это значит, какие он эмоции сдерживал, не выпускал, правильно? Или не впускал? Как это правильно понять? Наоборот, он... В общем, с помощью этого скафандра он проявлял свои эмоции, потом затухал. Потом опять проявлял свои эмоции. То есть не было радости какой-то. В общем, там именно эмоции были, потом ага. Тишина, как ровная. Понятно. Плеск, потом ровная, монотонная что-то. Копил, потом опять. Хорошо. Плеск. Понял. Арахноиды забрали. Хорошо, я сейчас прошу рептилоида отправить в Грейв, чтобы они все сняли, все, что они оставили. После этого начинаем проверку. Это плащ, они от этого идет. Скафандр снимает. Да, угу. Экран, наверное, какой-то. Нет, с груди что-то снимает. Экран у него был в этом, в скафандре. В скафандре, понятно. Да, с такими друзьями и врагов не надо. Готово. Все всю забрали. Хорошо, сейчас я даю команду на рассинхронизацию демона, арахноида, грева, рептилоида с энергией Андрея. На счет 3. Каждый из вас забирает свои энергии до 100%. Андрей забирает свои энергии до 100%. 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация. Демон забирает все свои полные рассинхронизации до числового значения 100%. Вот этот скафандр, он такой бледно-голубого, серого какого-то цвета. И вот от него как такие прозрачные, такого же цвета, как энергия отходит к рептилоиду, к Грею. По-братски поделились. Грей, у меня вопрос. А сколько лет в земных годах длится такая средняя продолжительность жизни Греев? По нашей временной линии. Он говорит, мы вечны. Выведи из него вот эту воду. В нем как вот какая-то еще что-то от них есть. А кому она принадлежит? Греям. Грей, а чего вы не забрали эту воду? Ну, она как энергия, вода какая-то. Они хорошо. И я даю сейчас команду. Андрей помогает мне, включая белый свет, внутренний его белый свет. И он начинает выталкивать из себя все энергии чужеродные, оставшиеся от рептилоида, от Грея, от арахноида и от демона. 1, 2, 3. Начинается, все выходит, нити выходят этой энергии. Перед ним формируется шар, наматывается все это на этот шар до последнего микрона. Все чужеродное выходит, остается только энергия Андрея. Да будет так. Ну, знаешь, на желе похоже. Верю. Готово.
Хорошо. Так, значит, реверс у нас закончился с ними. Хорошо, давай я тогда сейчас подхожу к Андрею, кладу руки на плечи и помогаю ему с моей энергией сжечь все каналы. Значит, три. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро и производим сброс всех этих каналов в галактическое ядро. Все до последнего микрона уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Желе. И желе. А намотался шар уже, Вера? Да. Хорошо. И он улетает в это галактическое ядро. Все, что вышло оттуда. Один, два, три. Да будет так. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. И включаем сканер. Сканер сканирует все. Маячок. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Андрея. Зеленый. Хорошо. Так, все выполнили свои задания. Тогда я объявляю следующую программу. Я сегодня буду отпускать всех сейчас на их чистоту. С этого момента Андрей сейчас прочитает манифест, закрепит все свои свободы. После этого момента ваше присутствие в его биополе, если кто-то подумает, что можно вернуться, будет очень опасным для вашей жизни. Если я повторно кого-то обнаружу в этом биополе, я его уничтожу согласно манифесту, где стоит любой интерферент, которого я найду в моем биополе. Отправляется в галактическое ядро. Поэтому я вам рекомендую найти новое место жительства и никогда больше не пытаться сюда войти. Всем понятно? Да, понятно всем. Отлично, хорошо. Демон готов уходить? Готов. Открывается внизу портал на чистоте демона 1, 2, 3. Демон уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, или что-то осталось. Закрывая печать, растворяется в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, арахноиды готовы уходить? Так, готово. Забираете все, что с собой принесли. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноидов. Один, два, три. И они уходят безболезненно на свою чистоту. Забирают все, что с собой принесли. Закрывая печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Так, рептилоид, ты готов уходить? Вас вместе с Грэмми отправлять на одну частоту или отправлять отдельно? На разные. Хорошо. И открывается наверху портал на частоте рептилоида 1, 2, 3. И рептилоид уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая печать, растворяй. Готово. Хорошо. Грей, готовы уходить? Да, они готовы. Вот, Грей, придете, потом расскажете в своих мирах, что мы честно с вами поступили. И вы честно поступили с нами. То есть вы нам не мешали, мы вас отпускаем. Все понятно? Давайте им все. Я и обещал им все отдать. Они хорошо. Хорошо, все, забирай все, что с собой принесли. Довольны, Грей? Довольны. Открывается наверху портал на чистоте Греев 1, 2, 3. Они забирают все, что с собой принесли, уходят на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Слово есть слово. Готово. Я им сказал, что первый раз я их всех отпускаю, второй раз я их наказываю. Вот это был их первый раз. Все, хорошо, поехали дальше. Переходим на частоты. Переходим на частоту магическое воздействие. Один, два, три. Если таковое есть, выходит. Чисто. Переходим на частоту неупокоенные бесплотные души. Чисто. Переходим на частоту бесплотные подселенцы. Чисто. Переходим на частоту негативные эгрегоры, мешающие жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Есть эгрегор. Хорошо, спрашиваем тонкую копию, готова ли она расстаться с этими эгрегорами и отключить. Мы можем ему в этом помочь. Пусть посмотрит внимательно. Обычно это вещи, которые отягощают жизнь. Он отключит то, что не нужно. Хорошо. Выбрал уже? Да. Хорошо, проводим работу по отключению негативных эгрегоров. Сама тонкая копия Андрея приняла решение. И на счет три воссоздаст импульс высоковибрационного шокового удара и отсечет от себя все негативно воздействующие на его жизнь и здоровье и биополе эгрегоры. Один. Готовится. Два. Концентрирует всю свою энергию. Три. Пошел мощный удар. Получилось? Готово, да. Молодец. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро, и эти эгрегоры улетают в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Андрей должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, он готов. Хорошо, я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры.
планетах, реальностях, уровнях, плотностях, измерениях, воплощениях и снах. Сил моего намерения, да будет так, а так и есть. Прочитал он? Да, прочитал. Хорошо, и выходит эмоциональный фантом Андрея, 1, 2, 3, и проецирует тебе все негативные программы, негативные мысли, формы, а также низковибрационные эмоциональные энергии. Зло, низковибрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Да, есть. Спрашиваем тонкую копию, как он поступит с этой энергией. Вопрос. Хорошо. И открывается воронка против часовой стрелки. 1, 2, 3. И производим сброс всей этой низковибрационной энергии, эмоций и мыслей. 1, 2, 3. Пошел сброс. Готово. Закрывай, печатаю, растворяй. Есть. Переходим к процедуре заправки энергии. 2, 3. Потоки пошли. Мощность потока усиливается. У него синего и черного идет много. Черного? Интересно. Усиливаем потоки. Готово. Хорошо. Какая частота вибрации максимально комфортна для биополя Андрея сейчас? 27. Хорошо. И поднимаем до 27 Гц. 1, 2, 3. Пошел подъем. Интересно, у него такие вибрации. Крыльев нет? Пока не вижу. Сейчас проверим. Хорошо. Поднимай частоту. Готово. Запускаем процесс активации и идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Крылья у него открылись, они черные, и он не сбалансированный. У него синий цвет выпрыгивает везде. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Сейчас, секунду, он не может баланс найти с ними. Хорошо, я подхожу к нему, кладу руки на плечи и помогаю ему сейчас отбалансировать все его энергии. Значит, 3, 1, 2, 3. Начинается балансировка всех энергий. Гармонизация и синхронизация на всех 7 тонких телах. То есть у него синяя энергия, она должна в ноги зайти, чтобы у него был устойчивый баланс. Хорошо. Она у него наверху прыгала. Сейчас опустилась? Да, сейчас у него балансируется. Хорошо, ждем. У него память вообще стерта. Как стерто? Он как заново учится все. А сейчас? Угу. Нормально. Даже на тонком плане ему трудно вспоминать. А кто ему стер память? Не интерференты случайно? Не Грей? Промывали мозги, думаешь? Не знаю. Просто этот скафандр я к тебе тому... Ты помнишь, я говорю, промывали мозги. Чтобы он забыл, кто он есть. Готово. Хорошо. Так, пусть тонкая копия вспомнит Андрея в самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Он говорит, в какой жизни? В этой. 700. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Андрея до значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Вот сейчас он сам их распределяет уже. Успокоился он. Отлично. Хорошо, мы закончили чистку Андрея. У нас остались вопросы к куратору. Сейчас будем вызывать куратора. И...
Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти друга, куратора или учителя 1975 года рождения. 1, 2, 3. Наверное, ангел-воин придет. Ты знаешь, у нас здесь волк. Волх, мы приветствуем дорогого учителя Волхва. Очень рады. Пришел, чтобы представить Андрея тебе. Мне и Андрею? Да, вы знаете друг друга. А чуть больше не добавите, дорогой Волх? Откуда? Мы живем в разных странах. Может, мы знали до этого друг друга? Он не говорит про этот уровень. Он говорит про ангельский уровень и вашу работу. Понятно. Хорошо. Благодарю. Приятно знакомство. И он говорит, что много чего ты можешь ему рассказать. Если человек готов к этому. Но ангел все же спустится. К нему, да? Кирей. Очень интересно. Ангел Кирей. Записал, хорошо. Он ответит на все вопросы. Хорошо, дорогой. Моей помощью. Безусловно. Дорогой учитель, скажите, пожалуйста, мы давно вас просто не видели, я в последнее время с Ли общаюсь. Есть ли у вас какие-то замечания по нашей работе? По моей работе? Не сейчас. Все, понял. Благодарю вас. Ему свое время. Хорошо. Вы выйдете тогда на связь, если вдруг что-то. Благодарю вас. Посылаю ты энергию. Ты об этом и знаешь. Все понятно. Благодарю вас. Прощаемся. Ангел пришел, Вера? Да. Ангел Кирей. Мы приветствуем дорогого ангела Кирея. И он нас приветствует. Ангела, у него белые крылья, от него идет информация, что все остальные заняты, потому ты будешь помогать, если вопросы будут касаться. Безусловно, конечно, так и сделаем. Хорошо, значит, у нас 10 вопросов, которые подготовил Андрей. Первый вопрос. Как я могу к моему куратору или учителю обращаться по имени, какие способности мне развить для сильной связи с ним? То есть, что ему надо твои сделать? Твои способности в тебе заложены, телепатические. Ты можешь выходить на связь с любым ангелом, можешь обращаться ко мне напрямую. Кирей. Благодарю, Кирей. Очень хороший ответ. Я перехожу ко второму вопросу, если вы закончили. Продолжай. Какая я душа? Земная, космическая, ангельская? И где я воплощался на Земле, на каких планетах или созвездиях? Можно ты много где воплощался. Начну сначала. Ты ангельская душа 17 уровня. Души, которые ангельские души, которые приходят в помощь всему земному и неземному. Ты много где воплощался. Душа не молодая. Были разные планеты. Ты понемногу начнешь вспоминать. Последнее твое воплощение было на Земле в 1738 году во Франции.
ты был учителем, я бы даже сказал, академиком. Какие науки? Гуманитарные. Географии много. Истории. Знания были другие в тот момент. Благодарю, Кири, за этот очень развернутый ответ. Если вы закончили, я могу переходить дальше? Пожалуйста. Хорошо. Тут он написал, это был третий вопрос, тут он написал еще раз третий вопрос. Хорошо, я прочитаю другой вопрос. Каковы планы и суть моего нынешнего воплощения? Твоя суть — нести свет и поддержку тому, кто в ней нуждается. У тебя есть силы для этого и энергии. А осознанность есть, Кирей? Души 17 уровня не могут быть неосознаны. Надеемся, очень. Это раз. Два, раз. Раз ты уже здесь, значит, что-то привело тебя сюда, и значит, ты ищешь. А кто ищет, тот развивается. И в итоге найдет то, что и его сердце просит. Благодарю за этот очень развернутый ответ. В четвертом вопросе он спрашивает, сколько у него осталось кармических узлов, сколько пройдено. Будет зависеть от тебя. 3 кармических узла осталось. 2 ты точно закончишь. 4 прошел. Так много. Человек себе это взял. Был его выбор. Я знаю, мы уже встречались с высокими душами 17, 18 выше уровня, и они обычно берут себе по 8 кармических узлов. Вот, потом попадают к нам и понимают, почему они их взяли. Благодарю вас, уважаемый Кири. Я перехожу тогда перехожу дальше к следующим вопросам. Правда, он спрашивает в этом вопросе четвертом, завершается ли программа души после прохождения кармических узлов? Нет. Нет. Вы слышали ответ, Андрей. Благодарю вас. Душа продолжает жить. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Иду ли я по программе своей души? Очень запутанно, но идешь. Благодарю. Сколько черной энергии я набрал? Темной энергии. 21. 21%. Скажите еще, Кирилл, до какого значения еще не очень опасно для души? Мы встречали от 16 до 30% среди людей. В среднем около 20-22%. Где эта точка? До 30 не опасно. 51 точка невозврата. Благодарю вас. Все. Переходим к следующему вопросу. Так. Хотя все можно исправить. Пока жив. 7 вопрос. В каком состоянии мой род? Я не совсем понимаю этот вопрос, но вы можете объяснить его, наверное. По мужской линии был тяжелый контракт, который ты сегодня уничтожил. Хорошо. Было приятно приложить руку к этому действию. А так больше ничего, да? Ничего серьезного. Ничего серьезного. Отлично. Хорошо. Перехожу дальше. На каком уровне моя высшая я? Мы узнали на 17-м. И могу ли я подняться к нему, чтобы узнать его имя? В принципе, мы предлагаем такую услугу. Можем поднять его безопасно на уровень его высшего я. Но выше я только ему скажет свое. Я не понял вопрос, повтори. 8 вопрос. На каком уровне мое высшее я и как я могу подняться к нему, чтобы узнать его имя? Ты можешь связаться с ним.
телепатически. Она скажет свое имя лично тебе. Андрей, ты его узнаешь. Андрей, вы слышали? Вам надо связаться телепатически. Хорошо. Так, девятый вопрос. Ну, это не девятый, это уже одиннадцатый вопрос. Живет ли рядом со мной родная душа? В скобках. От одного высшего я. И кто это? Что, думаешь, еще одна? Нет. Думаешь, это копия где-то еще одна живет в каком-то воплощении рядом с ним? На Земле? Наверное. Я такого не слышал. На разных планетах слышал. А вот так вот на Земле. Хотя, кто знает. Не живет, в общем, ответ, да? В том понятии, как ты описал, нет. Ну, его вопрос такой. Живет ли рядом со мной родная душа от одного высшего я? И он уверен я в этом. Я уже ответил. Я понял. Ты да. Описал, нет. Нет. Хорошо. Твоя жена, твоя родственная душа. Но это совсем другое. Безусловно. И самый последний вопрос. Какие именно занятия поднимут мои вибрации и как удержать свою повышенную вибрационность? Благодарю за встречу с вами и поддержку в моем духовном росте. Теперь я знаю, кто я и что мне делать. До связи. Я передаю этот вопрос тебе. Мне? Да. Какие именно занятия поднимут мои вибрации, как удержать свою повышенную вибрационность? Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Важно не прыгать в эмоциях, не подниматься слишком высоко, не опускаться слишком низко, найти эту золотую середину состояния умиротворения. Лучше всего оно достигается на природе, когда человек открывает глаза и начинает замечать детали его окружающие, эту красоту, эти цветы, этот запах, эти звуки птиц, которых он не слышал. Надо зафиксировать эти состояния, эти высокие вибрации и сделать как точку, от которой отходить не стоит. Ни вверх, ни вниз. То есть состояние умиротворенности. Дальше, второй пункт. Перестать употреблять алкоголь, если применял. Любой алкоголь, водка и так далее, понижает автоматические вибрации, открывает двери для любых интерферентов, особенно низковибрационных, скажем, демонов, бесов. Это их частота. Не ругаться, не общаться с людьми, которые несут в себе негативную энергетику. Или даже общаться, но выставлять перед этим себе защиту, чтобы оно всю, не проходить, не пропуская через свое сердце. Если у него получится выставлять защиту, то это уже полдела. Каждое утро вставать, поднимать себе вибрации до этого уровня, который мы ему показали в этом сеансе, поднимать себе вибрации до этого уровня, который мы ему показали, и оставаться на позитиве. И последний пункт – перестать смотреть негативные программы, новости, убийства, любые вещи, которые несут негативную энергетику, и не слушать музыку, которая несет негативную вибрацию. Я закончил, Кирилл. Если вы хотите добавить что-то. Да, я бы добавила, что внести еще сюда легкий спорт, который будет держать тебя в тонусе. И я хочу поблагодарить тебя за этот ответ. Я бы так не ответил. И еще один небольшой пункт моего добавления. Я хочу объяснить, почему я адресовал этот вопрос тебе. Ваши вибрации ангелов, воинов отличаются от наших энергий и вибраций. У нас они легкие, а у вас они более тяжелые. Поэтому ты точно чувствуешь и знаешь, о чем говоришь. Кирилл, я прошел этот путь, я сделал все ошибки, которые только можно сделать. Мы, на нас такие нападения совершались всеми возможными существами Вселенной.
потому что мы воины света, и поэтому мы вынуждены были к этому серьезно отнестись. И поэтому этот путь я рассказываю из своего личного опыта. И благодаря учителю Волхву, который здесь присутствовал, вот он нам очень помог в этих вопросах и до сих пор помогает. И мы очень ему за это благодарны, как и всем нашим другим учителям, таким как мой учитель Архангел Ханиил, например, или мой учитель Владимир. Или я наши... хочу добавить, что пожалуйста, не надо пугаться черных крыльев. У вас светлая ангельская душа. Просто другие задачи на тонком плане. Так и есть. Это не мы пугаемся. Их пугаются другие люди, которым мы говорим, что у нас черные крылья. Они нас воспринимают сразу с черными крыльями демонических субстанций. Вот. И, ну, это нас забавляет, скажем так. Ничего страшного. Даже я просто прекрасно понимаю, как трудно для тебя держать баланс. На то мы и воины, чтобы не жаловаться, правильно? Благодарю тебя, дорогой Кирей, посылаю тебе искреннюю энергию благодарности. Я хочу тебе преподнести подарок. Есть ли какое-то желание, чтобы тебе хотелось увидеть, может быть, какую-то мыслеформу, может, какие-то чистые продукты, которые тебе было бы приятно, запах их услышать? Я бы все это мог для тебя материализовать, чтобы ты взял с собой. Ромашковое поле. Отлично, Верочка, давай сейчас сделаем эту мыслеформу. Огромное поле, лес стоит рядышком по бокам и огромное ромашковое поле, причем ромашки большие, с очень большими такими лепестками. Птички летают, весь этот звук, вся эта идиллия и идеальная тишина. Один, два, три. И ветерок еще. Пчелы. Пчелы и бабочки. Один, два, три. Появляется. Невероятный вид. Благодарю тебя. И в твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с нашими традиционными ягодами, самыми чистыми продуктами на земле. Самые лучшие ягоды. Один, два, три. И я прошу Кирея принять этот подарок от нас, от Веры, от меня, от Андрея, в знак благодарности за его помощь. Пусть он поделится со своими друзьями. Это очень мило с вашей стороны. Благодарим тебя, Кирей. Я отнесу это. Конечно. И раздам всем. Мы регулярно отправляем туда подарки. Не беспокойся. Уже несколько сотен встречали. Благодарю, Кирей. Очень приятно было общаться с ангельским миром. Всегда такие энергии, такие вибрации. Очень приятно. Благодарю я еще раз. Я рад встрече с вами. Отлично. Он может с тобой... Всегда на связи. Он может связаться с тобой, Кирей, напрямую? Всегда на связи. Отлично. Андрей, вы слышали? Имя вы в курсе? Все теперь перед вами. Мы очень желаем, чтобы эта встреча очень скоро состоялась. Посылаем нашу искреннюю энергию благодарности и прощаемся с нашим ангелом Киреем. Благодарю. Всего доброго. Да, он ушел. Хорошо, Верочка, мы закончили работать. И для усвоения энергии будем возвращать тонкую копию Андрея в его систему биоробот-душа. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Андрея в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждой клеточке, к каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Один, два, три. Готово. И отключайся от объекта и возвращайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Да, я здесь.